Славянск на Кубани продолжает благоустраиваться. Появляются новые парки, скверы и зеленые зоны для отдыха. В озеленении города активно участвуют и крупные предприятия. По инициативе организации РН «Краснодарнефтегаз» по улице Отдельской вдоль озера появилась новая аллея. В высадке деревьев приняли участие глава города Александр Коновалов, а также представители Роснефти. Акция была приурочена к году экологии в России. Северный парк и озеро обустраивается, и сегодня оно очень интересное для жителей, для отдыха разных поколений и разного возраста. Поэтому выбрали именно это место. Предприятие РН «Краснодарнефтегаз» является давним и надежным партнером администрации Славянского района. И сегодняшняя экологическая акция далеко не последняя, уверены представители Роснефти. Мы планируем доброй традиции уже каждый год сотрудничать с ними для того, чтобы обустраивать город, так как в этом городе живут, в этом городе, в Славянском районе живут наши сотрудники, даже уже и дети сотрудников работают в наших обществах. Вот, поэтому эта акция будет, наверное, уже нашей доброй традицией совместно со Славянским районом и администрацией. На берегу озера в рамках акции было высажено 5 саженцев ив. Это дерево как нельзя лучше подходит к высадке около водоемов. Уже следующим летом славянцы могут спрятаться в тени новой аллеи. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».